Давайте все идем трэш бить, не стойте. Ба, как заново родился, нахуй. С облегчением. Просто только что как пескоструйный аппарат чуть не разъебенил, нахуй, блядь. Унитаз, нахуй. Там среза почти. Ну, часа мы не особо уложились, уже я вам. У всех немного пингует, да? Да, да, да. 24 пинг. Лагает. Ну точнее не пингует, а лагает. Ульдуар, пацаны, подъехал, блядь. Поздравляю. Не, ну что, в смысле подъехал, бля? Лагает. А. Где-то рядом, бля. На подъеме. Не, ну там же должна быть перезагрузка, бля, вся хуйня. Я, наверное, ждать анонса не буду, спать пойду. А что его ждать? Единственное, что... Я не знаю, если есть у людей желание... Можно было пойти... Не, можно было пойти, блядь, трэш пофармить, там охуенный шмот. Так-то желание есть, люди добудут. Что делать? Выбирайте. Там что в десятке, что в 25-ке, шмот реально охуевающий просто, блядь. Грипайте там, для кашки. Давайте я сейчас... Аккуратненько, красиво так. Ракеткой. Опа, блядь. Дали. Хорош. Погнали, погнали, погнали. А кто это, блядь? За воротами люди, блядь. Охуенно, блядь. Погнали, блядь. Сведите этих трэш и заклевайте вам. Полагать, пиздец. Угу. Угу. Вводите босса, блядь, срез. Че, за ворот вообще нет? Не ложимся? Нормально, нормально, бьем. Я пошел. Введите трэш сюда, заклевайте его. Не бейте трэш, пусть он подойдет сначала. Ебаный сир, заебаный. Подорожник, блядь, прилаживай. Что там рыло аккуратненько ракеткой, да, блядь? Ювелирная работа, блядь. Рой, убежали. Хотел одного, получилось троих. Сплэшануло, получается. Ну да. Скоро все будет кончено. Скоро все будет кончено. Где парахил? Там среза или кого? Бернинки? Вар, ну забери быстрее и веди его на то место, пока среза не бернули. Баф и срезу дайте. А сколько у нас там за воротами людьми, блядь? ДПС вообще нахуй нету, блядь. 3 человека. Топ ДПСеры получается. Не, ну там просто мили хоста за воротами стоит.
Рой. Ой, жалость. А вы-то черт ДДшники убегаете. Если близко стоит, тоже не мата кинется. Ну там они не так близко стоят. Эта хуйня диспелится вообще с танка, не? Ну, короче, я его бегу, это кайчу, потому что это пиздец. Хорош, хорош. Там просто на мне пиздюк, он накидал какую-то хуйню. А псюкал тебя? Ага. Добивайте уже, хуйня осталась. Отрывает. О, бисовые сапоги упали. Ебать. Красиво. Го дальше. Ро дальше. Было бы красиво, если бы упали сапоги бисовые на меня. Это было бы красиво. Думаю, да, его. Ай. Угу. Больно мне. Не дождался ты нас. Нихуя инстабр, блин. Ты, наверное, не в того хотел, да, да? Где ты там? Оживай. Обновите каску, пожалуйста, 4 минуты осталось. Рыбку, если можно. Аркадич. Че, вы где там уже, на каком бойсе? На вдове. Не-не-не, ты Аркадич.
А, ну вот, да, с нее и падают эти ботинки кольчужные, получается. Какие? Ну, на Эршам. С хостой 7 по 5? Ну, ну хотя бы такие. Я вообще в ткани хожу, блядь. Да какая разница, ткань или не ткань? Пиздец, 200-ка беспонтовая. Ну, те, что у тебя, как бы, да, они, блядь, не фонтан, блядь. Но хосты они дают немало, плюс сокет. Okay. А кто у нас будет работать? Срез. За рук на трэше. Женек, разберешься, что там делать? Я скажу Женю, когда брать. Там за 5 секунд до берсы. Тебе скажу, ты возьмешь. Я готов. Все готовы, надеюсь. Горок, школьник. Подожди, школьник. Давайте добавим пол, да? Давай. Гера. Тотем очищения, Рибзи. Угу, я поставил. СМТ я снимаю. Женек, бери. Снимай. Срез прожмись. Угу. Да вроде пока не пробивает. Да все, он уже снял. Ну значит и не будет пробивать. Добивать. Ебая сильный нахуй. Конечно. Мент. Да дохуя дает. Нормально. Не сагрите только лишнего.
блядь, обидно, костец Миксона. Это с Лохтиба не упал, блядь. Тотем очищения, ебаните, или масс-диспл кто-нибудь там. Там еще паучок один бежит маленький. В тексты провалился. Подземный. Шаманы, тотемы уберите, там что-то пауки какие-то ходят. На всякий случай. Ребафы, готовность. Как срез же на боссе, да? Закинь-ка его в какой-нибудь пати к шаману, чтоб тот ебанул, блядь, этот. Понял? Тотем очищения. Это будет красиво. Гарук, ты там мелочевочку собираешь и под боссом держишь. Можешь прям стоять в срезе. Все стоим левее от креста, чтоб туда в проход никто не улетал. Я, конечно, понимаю, что там ситуации разные бывают, улетают, но... Не по своей вине, скажем так, блядь. Так, готовность еще раз. И добавим пулды. Это там ощущение ставится? Да, все ставьте. Да. Главное ход идти, вон там суп в курсе дела. Черка, пиздец. Далековато, да? Нормально она меня укусила. Угу. Ну что, ты еще не повернули, ты уже это... Лезешь к даме с поцелуями. Разбивайте, РДДшники, ебучие коконы, блядь. Ну, это было. Коконы разбили сразу. Ах, сука, блядь, ну я ж чтоб ДПС был, блядь. Не знаю как, но меня в дальнего входа покинуло. Бывает такая хуй. Спасибо.
Нажми срез. Сделал. Хорошо. Егор, на следующей паутине надо будет сальву. Сальву? Ой, не сальва, сакра. Я думаю, нихуя не пойму. Босс уже сдох, он сальву решил давать. Да ебать, третий раз видите трин, это после три нахуй, ебать. Mm-hmm. И спина причем. Заебись. Одели сегодня РДДшника, всем топовым дали трин. Даже питомец выпал. Даже питомец выпал, ебать, натуре. Да, три плаща, три трини, блядь, ебать. Все одеты, пацаны, все готовы к льде. Подготовка прошла удачно. Подготовка, блядь. Блядь, я походу случайно отменил ролл пета, блядь. А он вроде не кидался даже. Не кидал еще? Хотя он просто есть кидал. Ага, блядь. А кто трини налутал? Все локи? Локи и нечаянно. Два лока. Макс лутанул, вот этот хаос лутанул. И нечаянно. Ну, заебись. Заебись. По сути, из мейна кому не хватало, они сегодня все эту трини забрали. Ну, такого, блядь, фарта больше не будет, я так понимаю, блядь. Да, я думаю, это тоже разовая акция. Для этого не было. Не, у нас было тогда, блядь, я помню эти... Три штуки, по-моему, падало перезвонов в первый там КД, блядь, в первую неделю или вторую. Давайте 5 минут перерыв. Угу. Че, может, просто за 5 минут убьем обоих? Нет, ну такого не будет. За 5 минут обоих, это сильно, блядь. Кстати, это я тоже не видел этот пэта на роли. Я не вижу, чтобы кто-то его получал. Сашка получил. Значит, я же проебал что-то, блять. Ну, я тоже, походу. Да не было его. Сашка просто денег заплатил. Я понял. А ну, листаю чат вверх, блять. Ну да, Сашки. Ну это бан получается, нахуй, за наебалово. Ну все, обида на всю жизнь. Да, да. Еще и название такое, пыльная кладка яиц. Типа как у меня в трусах. Это нормально, блядь. Название туповое, блядь. Ну так понимаешь, в данном контенте, блядь, пухи, соки, там это какой-то нонсенс, ебать. Типа, нахуй они вам нужны, да? Заметил, что даже на острове сокетов убрали. Не, ну сокеты на острове это понятно, типа это 13-й шмот и вся хуйня. Но 26-й тоже как бы без сокетов. Егор, есть инфа, что сейчас упадет вот эта хуйня?
Единственный в игре двуручный топор с ловкостью, блядь. Есть еще меч двуручный с ловкостью. Да, я помню, на Армса за ним бегал, ебать. Мечей с двуручным, двуручных мечей с ловкостью дохуя. А вот топор с ловкостью один. Буешь, есть топор какой-то. Падает. Трэш это ты? Дробяха. Дробяха? Ловкость силу дает. С мастерством. Нихуя не пойму, а с кем он Сапфируна убил, блядь? С пугами пошел на допронос, наверное. Хуя себе, это серьезно, блядь. Да не, он дохуя чиф налутал там, у него, блядь, проскакивали. Арахнофобия 25 вот у него. Значит, с пугами пошел. Квартал мерзости 25. Сейчас накручу еще вверх чат, посмотрю. Нормально ему пуги, значит, попались. Часто пауги, знаешь, на чем запарываются? На латебе. Хотя, казалось бы. Там все зависит от танков и хилов. Ну, я бы даже сказал больше от хилов, чем от танков. Ну, танки, если не будут меняться, блядь, то тоже хуй. На лохтибе. Там нужно... грамотно меняться, грамотно отдавать гимны, транквилы и всю остальную хуйню. Ну и тоже, кстати, тут еще такой как фактор, как мы тогда первые рейды ходили, проблематично было, потому что ДПС параша, блядь, он там, сука, вайпались. Слышишь, я это, если не ошибаюсь, вот эта хуйня ни разу не падала. Первый раз вижу. Это с... А, да, не падала. Это с лохтиба. Саня, иди на позицию, если ты тут. Я релокаю сейчас. Понял, да. Да, этот чек там, блядь, я не знаю. О, мы на лоу победу одержали. Классно. Так, я на позицию пошел. Кто больше всего агра дает? Что ты хочешь? Бдилку на кого-то дать? Да. А с модей вроде как. Что безвредному дал. Не угадал, значит. Давайте, выходите с АФК. Сашке, школьник. Перерыв закончился. Сейчас ГП нахуярят вам, блядь. Будете рады. Сука. Ну, еще один чек, если их нету, то даю. Поехали. Так, все остальные тут. Давайте ДБМ пул даю. Тут вот Сашка один. Может, прорвало пацана. Я на, хан, на пулю ж, потому что мне надо к нему подойти далеко, бля. Я пошел. А лошадь пошла поперек борозды, бля. Холи, бля, бурщу, бля. Этот хилы, рассоситесь как-нибудь там, середина, голова, жопа, чтоб стояли все по кругу, блядь. Блядь, это сюда.
должен уже пропасть. Рейндж наберите. Саня, что ты молчишь? Смотри, да, внимательно. Первая упала. Вторая. Третья, спрятались. Никто не выходит, пока не пропадут склепы, потому что это хуево заканчивается, да, обычно. Уходи. Когда не пойдешь, блядь, типа, чтобы не лагало сделать, что есть. В мелизоне на ком-то. Ну куда ты бегаешь, алло, ну черт. Охуенно через меня, ну да, красавчик. Мы с Егором как самый умный с другой стороны бьем, блядь. И Пет еще умный у ирландца с нами тут. Посмотрите на Пэта Фэнха. Не по кругу бегает карусель, блядь. На ком? На мне или на тебе, Егор? Сейчас уже должно пропасть. Угу. Да, Егора, блядь, хуй захитил. Понял. Опять срезу взял. Ништяк. Стоим. Прячься себе быстрее, сейчас ебанет. Все, уходи. Рендж набрали? Раз. Два. Три меня. Зато выживешь. Все, добивайте 5 лямов, блядь. Только захильте рейд, поднимите, блядь, по хп. Если там маны нету, скажите, дайте им на ману, блядь. Арчи, ты ждешь еще? Он в пивнуху уже пошел, получается. Да, здесь. Арчи, скажи мне, пожалуйста, 200, это, блядь, 4 по 50 или 2 по 100? Арчи. 2 по 100, говорю. Ну, понятно, алкаш ебаный, нахуй. А 4,50, что бы ты... Алкаш конченый, блядь. Туда и туда, и не сюда, блядь. Мимо касса не проскочишь, блядь. Блядь, что за фунт, блядь, у меня лутка. Лут помойка, ебать говно, блядь. Ну, почему грудак вроде нормальный еще? Это СМ5, блядь? Хотя с другой стороны этот рудак, да? Ну я не знаю, на кого, если на кому-то не надо 4 шмотки с этого, но типа башка лучше с ОС падает. За шею драка пошла туда.
Так, надо цеха. Так, не заходи, только за калитку туда никто стоит. Так, а мне что, выходить получается? Да, просто и все. Это шоуэр, говорит? Да. Камень просто кастуй. Да, кастуй камень, но с рейда пока не выходи, чтоб я, кстати, дал ИП. Ага. Быстренько сейчас убьем, 10 минут, подожди. Стойте тут на входе, никто тут дальше не идет. Пета все на пассив. Нечаянно, а что у тебя взято вместо тайфуна, скажи мне? Я понял, что у тебя взято. Состояние сна. Суманите Арч. Поменяй их местами в рейде. Ну, я взял бы тоже бешенца Сувуха, блядь, 2 из 3 и тайфун. Вместо этого состояния сна это параш. Поддерживаю предыдущего оратора. Бешенца Сувуха даже на один вкачанный парк. Смотри, рыба стоит. Да? Баф парч дайте. Также вчетвером хиля, да? Да. Подожди, а кто четвёртый? Кто мы? Кто мы? В чём проблема-то? Смотри, я фокус показываю. Оп! Оп! Релогнись просто и всё. Суманить его, блядь, хуйня. Суманём давай. Чисто тролль. Ля как могу. Бля, это сильно было. КД на киля, бля, это сильно, нахуй. Ну, Сирус, хули, бля, все нормально, пацаны. Не знаю. Добр. Так, надо, блядь, убивать, нахуй, потому что мне на работу скоро собираться, блядь. Погнали, Женек, тогда. Что такое? Артстайл. Бахните. Давайте все за ромбиком. Потихонечку. Петов на пассив поставили все? Да, Рук, твоя задача будет забрать мобов, которые будут выходить. Конец. Кидаешь потом бдилочку на среза, у тебя будет таунт без КД и собираешь всех пулов. Но это потом. Великий, следите, чтобы срез не попадал к вам в рейндж 10. Ну что, можем законтачиться лишь? Ну типа, если на миле какие-нибудь глыба и срез попадет в глыбу, пиздюлей босс навешает сразу автоматически. А, ты пишешь, что если в одном кемпе дохуя людей заморозит? Ну да. Ну это да, это такой момент присутствует. А чтоб танка не заморозит. Не-не, ну не должно быть. Вот поэтому я и попросил, чтобы рейндж 10 держали с собой. Такого вроде не было никогда, сколько мы сюда ходим. В прошлый раз было в десятке, блядь. 3 милика было, нахуй всего. Ну ты, наверное, какой-то, блядь, уникальный парень. Глянь, блядь, с пугами пацан нахуй киля уже убил бы. Ему нахуй герейдом нахуй сосёк балебу, блядь.
Красавчик. Какое-то только имя мне его непонятно. Долер, блять, это что такое? Балах. Хорват что-то... какой-то нахуй или шо, блядь? Быстрее, быстрее, под... Быстрее моба, меня... блядь, заметить, отойдите от нее, она сейчас ебанет нахуй. Не проебуйте, баб, оттуда вас же опять идет РДДшники, хуярьте, не трогайте толстых, блядь, вообще. Доту кинули и пиздец. Мы на прошлой неделе быстрее закончили сюрсет. Там мы немножко другие были. Вайпы были. Два вайпа плюс склеп. Мы в прошлом КД склеп не ходили. Склеп. А, это я на прошлом КД не был, блядь. Это да. На предыдущем мы не ходили. Мы тогда в натуре быстро ебанули. Ну на прошлом тоже там типа нормально. Мы все ходили. Ну два вайпа, это сразу, блядь, считай, нахуй, больше 20 минут плюс. Жив, не так много было. Ты держи толстого где-то на краю круга, а то он прям чуть ли не в центр подошел. На толстый похуй, от него ничего нет. Это если баба доходит, блядь. Он отпрацивает. Че, если Саня бы не спекнулся, блядь, уже бы закончили, блядь, 2 часа назад. Плюсую. Ну тогда, равно... блядь, получается 500 гп Александру, блядь, в студию, нахуй. За то, что ну, слушает, блядь. Реально, блядь, дамага нихуя нету. Саш. Да-да. Не вижу пятихатки в чате, блядь. Ваше оправдание. То есть моя гипотеза, которая была еще выдвинута, когда только Накс открылся, оправдалась, правильно? Так, смотрите, mm-hmm. Сейчас откуда-то баба полетит одна, и потом сразу следом вторая. Вот ебашьте одна за толстым, вторая он походу летит оттуда справее от босса, да. Рэндж набрали? Бабу он заливайте быстрей. РДДшники. После того, как зальете бабу, блядь, подходим, бьем босс. На пулы дали, косты сбиваем. Первая пати слева, вторая пати справа. С левой стороны войд зона, отойди. Ирландец. Разделитесь, милики, пополам. Ирландец, чуть-чуть отойди. Милик, алло. Вары, ДК, шаманы, роги, вся хуйня, тыкайте, блядь, сбитие каста. С правой стороны сейчас ебанет. Void light, отойди чуть-чуть. Вот так, молодец. Справа сейчас ебанет. Контроль. Раздайте контроль. Я ему жабу сюда. Блять, где правильно. Арчи, диспельник. На танке. Чуть-чуть, вот это... Отойдите, не подходите туда. Не подходите пока. Понял, как блядь. Тогда, блять? Ну. БР, БР, собери быстрее. Сейчас мы лежу на нахуй сбоку. Прист, кастани гимн. Срезу сразу бафы, обновите. Каска, приста, баф, лапка. Лучок. Посрезу баф. А, знаете, ретрики лежат. Дайте им, наверное, может, БРы, блядь. А для паладина есть прибыль. Да, надо поднимать. Резайте артстайла и Егора. Все. И что, Сашке есть встать? Заеб... Контроль, контроль, сдать? Еще контроль.
так троих берет в контроль или больше? Троих. Вы меня не за контроль. В мели. Я все выше. Дай руку мобы. Дилочку у нас среза и собирай мобов. В мели. Там эти героя кидай там. Собирай мобов еще. Всех должны быть на тебе. Отводи, я на тебя всех напулил. Что это за хуйня, блядь? Зря звездно. По трэшу мне было вообще видно. Я, блядь, в трэше стоял, трэш напуливал, блядь. Что-то ебануло, нахуй. Не понял. Лузо. Заебись напулил, блядь. Нравится. Каст, бейте, каст. Срезу опять сложил. Да что за хуйня, блядь? Три каста подряд. Хила еще спекать надо, или шо? Да нет. Хуя. Просто касты надо было забить. У меня на КД был. Да все могут, блядь, сбивать. Мертвые одни сбивают. Поставьте, у кого там был. Мораль 7 разбил, Арчи 4, Ландин 4, Сашки 4, Срез 4, Саня 1, я 1, Хант 1. Так, я так понимаю, тут вставать надо, рисаться нельзя, да? Нежелательно. Я лучше встаю. Редстайл, спекнись в танка, пожалуйста. Я бро, не понял, как среза ебанул. Я видел, что он вышел из войд-зоны и все равно ебануло, блядь. Там, получается, смотри, как по срезу дали плюшку, я ему начал поднимать хп и кого-то... взяли под контролем. Не-не-не, первый раз. Он, на него кидается войд-зона на танка, он выходит и все равно сдыхает, блядь, ибо это вот сильно это было, блядь. Там что-то микро зацепило его, видимо, все-таки. Ну, может быть. Вообще, это... я, насколько я знаю, кто первый поагроблит, ну, типа МТ, на него вообще не должна кидаться эта хуйня. Ну, ладно. Сирус. Я тоже первый раз вижу, чтобы на танка влетало. Ну, как бы. Ульдуар на неделю перенесли. Я же вам сказал, что не будет ульды, блядь. Ебать ты ванга, нахуй. Я, ну, по, при, с тем, что вы посмотрели... 500 рубасов, алё, за ФК, блядь. С тем, что я посмотрел, блядь. На когда перенесли? Ну, через неделю написано. Ну, на я неделю. Я удалил события, значит, на субботу-воскресенье. Где ты читаешь? В какой теме? Ну вон, скинули, блядь, Сирус. Может, сходим вторую 25? Сирус, это дискорд Сируса. В последние дни возникли проблемы с пингом. Это проблема нашего хостинга, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну и понеслась. Все, теперь призовой фонд 600 тысяч рублей. 25.03.21. Я так понимаю, знаешь, из-за чего это перенос? С тем, что они, наверное, откроют две синс, нахуй. Чинить то, что есть. Я уже на 8 набрал камней, чарок, приготовился. Я просто не пойму, блядь, честность этого мероприятия, блядь. Кто-то ходит ее уже нахуй тестит, приигрывается, да, блядь? Кто-то пойдет туда первый раз, блядь, нахуй, и сейчас, ну, как бы, блядь, такое нечестно чуть-чуть.
Не, ну они типа говорят, во-первых, Next 2 вроде как открыли только доступ, а не Next 4. Да, и они тестят, блядь, full inst. Кирилл, ты же видел, вам ДПС оно. Тут вопрос не в том, что там ДПС или не ДПС, этот, столовка. Тут вопрос в том, что, блядь, люди туда ходят и понимать начинают, что происходит. Ну, ты понимаешь, как бы осваивать с нуля, или когда ты уже неделю туда отходил, то это как бы, понятно, ну, блядь, две большие разницы. Внимательно, Сань, веди нас. Что-то по бафам не хватает. Все, заходим. Петов также на пассив киньте, ребят. Да, арты на трэш. Непонятно, надо читать. Может, там за день во мраке будет, скорее всего. Я не думаю, что просто так убить ее, нахуй. Значит, жесткая. Может быть, это будет за ачиву, блядь. Ну, короче, блядь, за фул ачиву в ульде. Хуй его знает, как они там решат. Надо почитать тему, блядь. Сейчас как-то немножко не вовремя просто. Написано, что призовой будет разбит на несколько частей, то есть будет за какие-то конкретные достижения. Ну, из таких, что прям там нереальные достижения, там всего их только три. Пожарник. А, подожди, три. А, да, пожарник, алгалон и, блядь, один во мраке. Все. Ну, они вчера, блядь, траили нахуй йога в десятке с тем, что они запустили троих хранителей, которые добавляют урон, ХП и уменьшают ХП у босса, они не могли нихуя сделать. Ну, я понимаю, почему там кривая работоспособность в мозгу у йога, но такое, блядь. Ты когда заходишь в мозг, там есть клешни, они дамажат, когда ты мимо них пробегаешь, но они не должны брать тебя в клешню, а они берут. Они вчера зашли в комнату, на морозе ж бегут, там доты раскидывают, все красиво, блядь. Я, ну, всех нахуй похватал, они все сдохли, блядь. Я когда увидел, думаю, ебать ту Люся, вот это ульда, нахуй, блядь. Типа думали, ну, типа про Канае, в итоге не. А там же давали тему на форуме, что это ульда, вот по стримам смотрят ребята, говорят, вся нахуй кривая вообще. Ну, они там фиксят, блядь. Ну, и просто, понимаешь, это надо было этим заниматься, этой ульдой, блядь, со старту, да, нахуй, блядь. Ладно, у них 8 лет есть, нахуй, чтобы пофиксить еще. Догнать циркуль, блядь. На циркуле тоже, блядь, чтобы вы понимали, ачив один во мрак, если мне память не изменяет, сделали, блядь, или в 19-м, блядь, или в 18-м году, блядь. Оно все, в принципе, работало, все убивалось, но ачиву почему-то не давало. И люди проиграли на сервере там, блядь, 10 лет, у него перс бисовый, и он, блядь, лутает ачивы. Первый на сервере, один во мраке, ебать. Нормально, блядь? Дима, там, если что, нам под страховки есть вар, поэтому смотри аккуратно. Это спойлер. Ну вот, блядь, красиво. Уберите нахуй петов. Я, блядь, говорил нахуй на пассив. Какой долбоёб вызвал, блядь, этого элементаля, блядь, статема, блядь. Да не, я успел его убрать. Это я молния. Ну. Падает. Да понятно, что вайп. Все, стопните хил нахуй. Нет. Я знаю, для чего нужен усовый тайфун, блядь. В прошлые разы, когда с нами ходил, блядь, Смал на сове, вот такая тоже хуйня была, он согрелась комната, он въебал тайфун, и все, блядь, убежали туда. Он их откинул, они пока бежали сюда, их закливали нахуй все. Семками закидали локи. Кто этот счастливчик сейчас был, Арчи, ты? Я цепной зацепил, да, там не элемент, дай мне ГБшку. Трешечку где-то дай ему, блядь. Хорошо, так. Да ну, бля, мало, я бы 1003 дал. Чтоб Хансу льды срезался, бля.
И что, блядь? Это и так было понятно, что ее не будет, нахуй. Ну, просто я не знаю, проанализировав то, что, блядь, происходит, как бы... В Ульде, посмотрев это видео, я вижу, что просто, блядь, настройка, блядь, у Ульды помойка, и полнейшая, нахуй. Я... Это было понятно, что они за два дня, блядь, все не исправят. Если бы у них там был штат, я не знаю, который чисто занимался Ульдой, и их, наверное, было бы человек, не знаю, там 200, нахуй. Может быть? Да, красиво. Саня, да? Саня. Шо-шо. Говорю, у Льды нет, срез ебанули. Ну да. Блин, ну это чисто хардмод, пацаны, блин, что понимаю. Один во мраке. В следующей неделе будет еще один срез. Один во мраке, блин, получается. Хватит. Макс Ер, блядь, получается, блядь. У вас и так срез МТ. Факт, что еще и на следующей неделе ее откроют. Да ну тут да. Но если они запустят, кстати, full инст, то скорее всего, блядь, и NPC ебанутся шмотом. Потому что, блядь, если будет 4, наверное, NPC не будет. Ну, я тестрим вчера смотрел. Они вчера йога били. То есть они тестят весь инст. Не только первых четверых. Пристабав, дайте. А если тестить... Каски нету на роге, дайте каску. А чё за NPC со шмотом ты имеешь? Есть. 8, ну, в 202, у которого будет 226 шмот. А чё, он по плану не должен был сразу стоять? Походу, по плану, блядь, должен, но если будет в Ульде 4 босса первые, токены с них не падают. Давайте убьем уже этого босса ебаного. И попиздим в спокойной атмосфере, это меня уже начинает... Петов, поставьте на пассив, я спрошу. Цепуху нахуй с панели к ебаной матери уберите, блядь, шаманы. Кювикс, подожди, подожди, стоп. Кювикс. Ебаный рот, погнали. Ебать, я еще один нахуй не выдержу такую. Держись, Димон, соберись. Тут бесит больше тут эти миники, вот этот, сука, вот эти, которые идут, вот прям нервирует, но долго все это. Ну хули, освоение Накса, бля. Завтра в Ульту собрались, осваиваем Накса. Да-да, не, послезавтра. Просто я к чему, пока у нас там перефаза идет, все остальное можно попиздить чуть-чуть. Почему нету NPC, не будет NPC, блядь, этого было понятно. Потому что, блядь, у NPC бы продавались токены на Т8-2. То есть на, не на 219 шмот, а на 226. И с первых четверых боссов ни одного токена не падает. Ну, типа, ты токены игровым путем достать не можешь. Только купить у NPC. Поэтому это было бы немножко как-то, ну, имбалансно, скажем так. Это долго здесь все движется, пиздец. Ну, специально затягивают, интересно. Это Арчи попасть, он побыстрее сделает. Ну. Арчи, а ну, блядь, покажи, как надо. Он сейчас покажет. Там глиф ставит, чтобы она не откидала. Ну, Т7 до Накса был. 4 куска продавалось сразу или нет? Почему? Ну, да, получается, сразу стояли, блядь, все 213 и 200 NPC. Не, там Т8 просто... Там 2 куска, понял? Там не будет такого, типа, 2 219 купить, 2 226, понял? Там всего будет 2. Ну, и они оба 226. Да. Они оба 226. Плюс там еще на каждый класс будет по 3 шмотки 226. Пояс, руки и ноги, да, по-моему? Да, штаны, перчатки, пояс. И голова, и плита будут Т8. Ну, просто если бы они это сделали, это, ну, ты сам понимаешь, какой буст одеть на себя сразу 5 шмоток 26. Бейте, блядь.
Там надо всего два токена и все туда. Ну, два токена, а офсет, ну, штаны, пояс и перчатки. На некоторые классы там охуенные перчатки, пояс и штаны. На РДДшника там ничего нет. На РДДшника нет, на ретрика охуенные штаны с хостой скритой, на меня охуенные штаны. Блять, если ты дестрик, то, блять, сомнительно. Ну, на некоторые классы, блять, нет, на некоторые классы охуенный шмот. Не, ну так да, тоже непростое, блядь, там, я так понял, испытание, нахуй, как бы этот буст нужен. Специально, скорее всего, чтобы все, блядь, затянуть. У них контента еще пиздец, там еще на X2 контента, блядь, года на 3, нахуй. Года на 3, серьезно? Ну, серьезно, блядь. Ну, смотри, они сделают льду, потом у них в планах еще, блядь, этот черный храм, у них плата солнечного колодца, блять. Все это обычки плюс героики, конечно, они там, блять, навыдумывать могут. Героики без новых механик. Будут. А, блять, Ока и ЗС разве были героики? Так, эти поехали, блять, потом попиздим. Закрыли, думаю. Ренджу наберите, давайте соберите. Слева войд зона. Отойди, вар. Давай, Геру, поехали. Мака педаль. Школьник, можешь чуть-чуть отойти? Блять. Справа. Красавчик. Ирландец, отойди чуть-чуть назад и правей. К танку не подходи близко. Ой. Контроль. Блайн скинул ретрика. Музыки. Ой, зона. Не закливайте, блядь. Ну нахуя вы Арчи убиваете? Ну кто там, блядь, хуячит нахуй? Поднимите. Арчи сам станешь? Не, в прошлый раз стал. Поднимите. Суф, дай БР по Арчи. Да я дал. Все, все. Побафать. Вы не видите, когда свой стоит в мелизоне, что надо клиф нахуй стопнуть. Вышли. Надо нахуй будет в правилах вписать урон по союзникам определенная цифра ГП нахуй. Похуй, сдох он или нет, блядь. Если долбоеб не видит, пусть лутает ГП, блядь. 3К. Димон, готовься. Хант, на пуль на него мобов, на артстайла. Прохил Мелизуну быстрее. Один идет. Все, Димон, отходи с ними туда в кабину, чтобы они не мешали. А сова вперед подойди. Справа в мелизоне. Арчи опять в контроле. Друиды, контрольте. Кьювикса законтрольте. Или кто там, блядь? Кювикса прохил, наоборот, не за контроль, то я, блядь, гоню.
Локи, друиды, кто там может, блядь? Фернули смерчик, ему раз, все, контроль закончится. Ладомира, поднимите по хп. Мелизона. Арт-вайп делай. О, топор, блядь, я же говорил, нахуй. Хорош. И щит, нахуй. И плащ, блядь, ебать. Бля, был бы с хостой, был он, блядь. Это мой инспект, нахуй. Не только не понял, а чё всего три шмотки, блядь, упало? Чё, что, война за топор, нахуй, пацаны. А четыре шмотки. Да, так шесть. А что война, блядь, если его сейчас артстайл заберет? А, да, война не будет. Это без пуха на ретрига, алё. Ну, вообще, да. Она с игилой, тем более, еще, блядь. Критаки, да. Та даёт дохуя. Бери, не раздумывай. Да, запихивай прям, даже не думай. Ну, или артстайл, или Егор. Если артстайл не хочет, пусть Егор забирает. Пацаны, место ульды неумираемого ставьте. О, Арчи, блядь, лутанул пару соток. Да я знаю, я вижу, я из-за них опустился просто. Я за щитом шел, блядь. Я опустился, опустили. А кто щит? Подожди. Владимир, наверное. Отжали, отжали, звуки, блядь. Я не знаю, но спиду плащ отдать или амбассадору. Да типа твинк все-таки. Амбассадор.